Вообще, кто себя считает готовым, что он может по профессионалам драться? Вообще, кто себя считает, кто много выступал по любителям? А может, у кого-то есть там профессиональный бой, так как у него нету боев, он стоит, настаивает. Кто себя считает, кто хочет драться, поднимите руку. Поднимите руки выше. Выше, чтобы я видел. Меньше 20 лет не поднимайте. Да. Пацаны, кто хочет драться, говорите, турниры есть, сколько хочешь. Турниры есть, если вы хотите драться. Просто я должен, не просто там, я хочу драться по профессионалам и туда выходить. Это не любительский соревнование. Вы должны быть готовыми. Смотрите, стойте с парами хорошими, смотрите, себя проверяйте постоянно. Смотрите, в сентябре 2-3 турнира. В сентябре 2-3 турнира. Август, июль, октябрь. Сколько хочешь турниров есть. Готовьтесь, приходите, готовьтесь, тренируйтесь. Самое главное, не пропускайте. Все. Потом вы один раз подеретесь, если выиграете, да, иншаллах. Один, два, три. Вы уже в колеб ходите, да, и потихоньку уже... Вы уже знаете, что 2, 3, 4 боя выиграли, вы знаете, через 2-3 месяца бой, через 2-3 месяца бой. Бой сделали, там 2-3 недели отдохнули, пришли заново, 2-3 месяца отпахали бой. Вот так потихоньку будете расти, если вы хотите выступать, тренироваться. Не как геймбад, месяц потренировался, 4 месяца где-то там, своими движениями занимается. Встанкас вообще. За все лето, начиная с января месяца, прошло уже полгода. Сколько зарядок ты пропустил? Больше половины. А ты еще говоришь, что ты хочешь тренироваться, выступать, там я же хожу. Ты даже половину зарядок не сделал. Ты на половину тренировках даже не был. Как ты хочешь, чтобы у тебя результат был? Сколько тебе лет? 22? Уже надо выступать. Чем ты вообще занимаешься? Ты должен определиться, кто ты вообще. Боец или там, я не знаю, где-то ты работаешь. Что ты вообще делаешь? Ты вообще деньги зарабатываешь? А? Ты уже должен выступать, каждые 3 месяца ты должен драться. 22 года, здоровья сколько хочешь. Ты понял? Определись уже, ты уже сколько лет ты в зал ходишь. Месяц тренируешься, 3 месяца тебя там где-то нету. Ты, я не знаю, где-то в России, где-то в тюрьме сидишь, я не знаю, чем ты вообще занимаешься. 22 года, 15 боев я провел, 22 года. У меня было 15 боев. Это не считая грэплинг, рукопашка, боевой самб. Все, что борется, дерется, повсюду мы выступали. Ездили отсюда 2 часа, 2 дня, то есть, ну, на автобусе, на соревнования. 2,5-3 дня на поезде ездили. Что просто где-то выступить, не было соревнований, вообще нигде не было. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 год. Начиная с 2005 года, ничего не было. Боев даже не было нигде. Чтобы человек где-то бой сделал, это знаешь, как, сколько всего надо было сделать, я не знаю, куда там. Если там человек где-то один бой сделал, он все уже, он звезда был, потому что нигде не было боев, и только по боевым каналу что-то говорит. Сейчас сколько хочешь турниров есть. Выступайте, деритесь. 10, 12, 13 боев можно здесь провести, все. Ты можешь уже в Америке подраться спокойно. Вы можете спокойно в Америке драться, себе зарабатывать деньги. 22 года, сколько лет ты тренируешься? Как я знаю, 7-8 лет ты тренируешься. Ну, 100% 5 лет. Столько здоровья, бороться умеешь, грэплинг, бить умеешь. Не тупой вроде. Или же тупой, я не знаю. Столько всего и на месте стоишь. Просто подумай, для чего ты вообще тренируешься? Никакой цели нету, ни соревнований. Ты даже не знаешь, где ты будешь выступать. У тебя даже примерного плана даже нету. Календарь бывает. Вот где, что, когда выступить. Этого даже у тебя нет. Это не только к тебе, это всем обращается. Это ко всем касается. У многих ничего нету. Ничего, ни у кого нету никакого плана. Стройте себе план. Я хочу здесь драться, там драться. Узнавай, подходи, настигай. Я хочу там, боевой самбо, рукопашка, грэплинг, ММА, разницы нету. Отсюда должны выступать. Если вы хотите заниматься этим видом спорта. Если не хотите, то я не знаю, если вы приходите для себя, скажите, меня не трогайте, я для себя тренируюсь. Это уже другое дело. Всем понятно? Думайте. Думайте, тренируйтесь, не пропускайте зарядку, не пропускайте тренировку. Если даже проспали 8, если не можете 6, поспите до 8, до 8:30, в 9 пойдите. Ничего страшного, но тренируйтесь.